В поселке Тикси состоялась первая экологическая конференция Булунского района, посвященная году экологии в России. Продолжит Валерий Савельев. Открыл конференцию первый заместитель главы Булунского района Николай Асаев. Мероприятие началось с церемонии награждения участников конкурса рисунков на тему охраны природы. Были вручены удостоверения внештатных инспекторов Министерства охраны природы. Начальник Булунской инспекции охраны природы Иннокентий Стручков рассказал о запланированных мероприятиях в год экологии и привлечении Министерства обороны от очистки накопленного мусора в военном городке, а именно переброски экологического десанта с острова Котельный в Тикси-3. На сбор металлолома на территории поселка Тикси правительством республики выделено 8 миллионов рублей. Замдиректора по правовым вопросам Усленского заповедника Иван Моисеенко также подробно рассказал о проводимых мероприятиях на территории заповедника. Основное это у нас по благоустройству будет привлечение не только организации предприятий, но и привлечение активного населения, общественности и этих молодежи. Потому что они в прошлые годы у нас работали неактивно. Хотим привлечь еще молодежь, общественные движения и вообще более активные такие эти жители Булунского района. Продолжается работа по акции «Вызов кузов», которая началась в 2016 году. За прошлый год было вывезено 11 кузовов автомашин на территорию свалки. На конференции решили, что в 2017 году будет определен региональный оператор территории свалки, который является на данный момент бесхозной. Были обозначены основные проблемы и принята резолюция по охране окружающей среды. Валерий Савельев, НВК Саха, Тикси.